освежить в голове ноты, настроить музыкальные инструменты, и вот артисты готовы к выходу на сцену. В этот раз выступать коллективу оркестра народных инструментов «Мари Кундем» предстояло перед жителями подмосковного города Видное. Выступление нашего коллектива именно с нашей национальной музыкой, она особая. Если это лирические песни, то особая какая-то мелодичность, да. Если это заводные какие-то плясовые наигрыши с дробушками с нашими национальными, то это особый тоже колорит. Причиной приезда в наш город артистов из Республики Мариэл стало празднование в Видном национального марийского праздника, приуроченного к окончанию сбора урожая у Кучемыш, что переводится как «праздник каши». Всем гостям мероприятия было предложено угоститься гречневой кашей и чаем с медом. Очень приятно, что такой хмурый осенний день такое веселье создали. Очень нам нравится, очень. Прям с таким удовольствием смотрим. Замечательно. У нас ребенок в восторге просто. Идея знакомить горожан с традициями народов России появилась у организаторов ярмарки нового формата, которая с августа этого года периодически базируется у кинотеатра «Искра». Ярмарка ассоциируется с песнями, плясками и угощениями. Именно этого эффекта пытаются добиться ее инициаторы. Здесь, помимо свежей качественной продукции, которая представлена в широком ассортименте, можно весело провести время. Благодаря этой ярмарке видновчане имеют возможность попробовать национальную продукцию, привезенную из разных регионов страны. Мне посоветовали купить вот такую вещь, называется она шартран, праздничный, это вот национальный продукт, я не знаю, что это, что-то связанное с мясом, буду пробовать. В рамках праздника у Пучемыш на ярмарке можно было приобрести марийский мед, иван-чай, мясную продукцию, а также натуральные сельхозтовары. Это важный момент межрегионального сотрудничества, они не просто торгуют, они общаются, разговаривают, знакомятся. Находят общие интересы. В декабре видновчан ожидает еще несколько ярмарок выходного дня. В преддверии самого любимого праздника россиян у кинотеатра «Искра» откроется большой новогодний базар. Мы привезем очень много специфических продуктов, которые, я думаю, каждый будет рад видеть у себя на столе. Это и продукты из Сахалина, из Сибири, из южных, как говорится, наших рубежей. Все то, с чем наши люди привыкли праздновать Новый год. В отличие от предыдущих лет, теперь видновчанам не надо будет выезжать за пределы города, чтобы приобрести новогодние товары по приемлемым ценам. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.